Должен приехать Тимати. Немножко. В борьбе? Здесь, либо вот тут. Как у Майкла Джексона. В конце, как всегда, самое интересное. Приехали на Арбат, тут сейчас будут съемки, должен приехать Тимати. Ждем пока с Юрием. И Юрий тут кое-что принес с собой. Ну покажите, что у вас там. Чего там? Подарок. Я видел тут обзор один, когда я хотел передать подарок. Очень похоже. Мой размерчик как раз. Короче, ждали и дождались. Поздороваемся с Тимати. Так, на съемке когда? Привет. Никогда. Ну, в смысле? Я отказываюсь от съемок. Да как это? Если будешь отказываться, мне придется с собой силы расправляться. Пока мне бейсболку такую не подаришь. Приходи ко мне, подарю. Америки настоящую. Только такое и носим. Приходи, да, подарю. Знаем, а что там? А ты можешь зайти туда поснимать? Да, могу. Смока, да? Держи. Зайди, что-то. Можно? Конечно. О, погнали. Давайте протестируем микрофон тоже. Check the sound, yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Сейчас узнаем всю правду. Бум, шакалака. Кто это тут у нас? Йоу, всем привет, друзья. Слушай, ну вот так всегда. С тобой все время только начинаю снимать. Они тебя что, знают? Я не представляю, как он в метро ездит. Тимур как бы не опоздал. А если бы опоздал, я бы не удивился. Пробовали бургер, Вань? Да. И как вам? Камеру. Да, во, это как раз. Охренеть. А сказали бы они сейчас что-то другое. А может с вами тоже? Привет. Со мной? Да. На, держи. Холодно. Держи. Давай, я подержу. Она снимает. А можно я с вами сфоткаю? Конечно. Спасибо. Окей, отбились от наших подписчиков. Теперь можно поговорить, вернемся к теме. Смотри. Мне интересно, самое больше всего интересно вот что. Ты, как создатель бургера, да, как, ну, свой именной бургер, ты же принимал участие в создании вот именно рецептуры? Как без этого? Вот в чем главные принципы, от чего ты отталкивался? Смотри, главное это было придумать какую-то фишку, которая бы отличалась от других бургеров. То есть мало придумать просто какое-то, ну, более вкусное мясо, да, или просто какой-то соус. Хотя соус у нас, кстати, тоже фирменный, крутой. Мы придумали две фишки. Первое это соус, он вишневый у нас в бургере. И две котлеты в бургере. Одна мясная, а вторая котлета из сыра. А, например, в смысле из сыра? То есть не просто вот как котлета, сыр-котлета, а это вот именно котлета, жареный сыр. Еще помимо разработки рецепта, еще очень важный момент дегустации. Знаешь, сколько я этих бургеров съел на моменте разработки? Ну, штук 30, наверное. И в последний уже момент мы внесли изменения, заменили соленые огурцы на свежие. Это оно. Все, больше ничего не нужно добавлять. Короче, тема такая. Это для съемок клипа фрагмент, где подходит к человеку, спрашивает мнение о Тимати. Он говорит, не знаю, что Тимати рядом. И да, со стороны подходит Тимати где-то. Вот, и, в общем, человек говорит и выходит сзади Тимати. Наша задача твоя тихонечко это снять. Как это сделать, непонятно. Ну сейчас будем аккуратно подснять со стороны. Вот, ребятки, смотрите. Берут человека интервью, спрашивают о Тимати. И сейчас Тимати сзади где-то подойдет. Идем смотреть. Вы не слышите, но сейчас спрашивают, что пацан слушает, и он рассказывает «Каспийский груз», там, еще что-то, больше я ничего не услышал. Опа, малые прибежали какие-то. Где Тимати? Говорят, что в автобусе. Кто говорил? О, вы в Чебураш ТВ снимались? Да. Да? С шокерами? Да, я помню. Вот ребятки меня узнали с Чебураш ТВ. Я помню, вы хотели в Блэк Стар попасть, попали? Да, ну нет, еще не попал. 100 тысяч подписчиков попаду. Опа. Кстати, вот не зря пацанчик вспомнил про Чебураш ТВ, потому что мы с ними снимали не только электрошокеры, но еще и ходьбу по воде в бассейне. Я забыл про этот материал, он у меня на компе где-то завалялся, и вот я его нашел, и погнали смотреть. Ребят, уже утро, и мы проснулись уже. Ну как утро, 2 часа дня. Короче, погнали дальше снимать. Ого, как старый человек проснулся. Я проснулся раньше всех. Вот ты должен размежаться и побежать по воде, чувак. Бег это типа вот, ну, ногами бегать. Но она реально холодная просто. Беги, парень! Я прям, ну, не хочу туда, чувак. О нет, это флэш! Интересно, чего мы ожидали? Собственно, он просто прыгнул в бок. А ты слышишь этот звук? Нет. Гребаный голубь сел, смотри, на крышу. Опа, опа. Что-то как-то так Тимати, он как будто агрессивно вышел. Там что-то говорил гадости, что ли? Не знаю. Короче, походу, ребята очень офигевают, когда говорят, а Тимати, тут Тимати подходит. И я бы офигел. Опа, еще парня с девушкой взяли. Давайте посмотрим. Да, они, блин, реально офигели. Немножко они, да, так большнули. Они сразу, можно сфотографироваться, смотри, фоткают. Не растерялся, пацан. Это здесь проходила презентация, да? Да, мы здесь. А где все было? А то я видел только на видео, я не успел приехать. Ну, собственно говоря, вот все, что ты видишь, вот это все было в людях. Первый день мы раздавали флайеры здесь с подписями для всех тех, кто брал бургер в первый день. Я не мог здесь двигаться, я просто вот так сел за стол и просто такой, ребят, по очереди подходите. И у меня тут пачка флайеров была вот такая где-то. Как бы народу было, конечно, много, но я думаю, можно больше. Главное, чтобы места хватило. Места хватило? Скажу не понаслышке. Все, набрали бургеров. Целый пакет. Да, интересно будет сейчас именно твое. Ты же не пробовал еще ни разу вообще его. Вот первое впечатление, вот просто интересно, как вот для тебя будет новая котлета, потому что вряд ли ты такой вообще когда-то пробовал. Вот Тимур рассказывает, и я вижу, как трясется его рука, как он боится. Мое мнение узнать хочет, да. Ну, конечно. Ну, сейчас посмотрим, все будет предельно честно. Ну что, новый очередной звездный гость в нашем логове. Как тебе? Нахера вам тут так много места вот здесь прям? Ну вот здесь обычно брейк тренируется. А, вот это вот эти. Да, power move contest. Оу, щит. Оу! Что это за бибой тут такой? Сразу уточню, бибой это значит брейкбой. Это не то, о чем могли некоторые подумать, кто не шарит. А то мне как-то спросили, а что значит бибой? Это типа двусторонний, что ли? Боксируем иногда с чемпионом. Да. Не, дайте я не по боксу. Да. Поэтому... А что ты, по вольной борьбе? Тоже... Короче, к очередному чуваку подошли, берут интервью, спрашивают про Тимати, и сейчас ждем, пока Тимати будет заходить к нему. Ой, блин, я уже потерялся. Не знаю, что сказать. Все, Саш, пошли дальше. Куда? Ну, куда-нибудь что-нибудь придумаем. Ну ладно, погнали. Ребят, хотите узнать, как прошли последние полтора часа нашей жизни? Очень однообразно. Замечательно. Очень однообразно. Вот здесь? Я просто думаю, либо здесь, либо вот тут. Глаза, на месте, глаза черной полоски такой, короче. Подписывайтесь вот сюда, на этот инстаграм. Самое интересное, что если мышкой ткнуть сюда, ничего не будет, не перейдет никуда. Было больно пальцем прям. Ладно, ребят, очень спасибо, что подписались на мой инстаграм, а я готов бегать. Реально часа полтора это все. Пищевой пленкой перематывали. Фил готов бежать по воде. Фил, ты должен бежать в любом случае. Очень быстро перебирать ножками, оттолкнуться от борта. Это маленький шаг для человека, но огромный шаг для человечества. Летим в этом беге. Ладно, что, я вот так дальше побежал. Давай, победи. Он сейчас поскользнется. Давай, победи. Здравствуйте. Что-то это кресло слишком задрано. Ты как? О. Большая Якиманка 22. Сильно не надо, Саш. Да ладно, что, задавлю вас? Ну, Саш, хватит. А мы куда едем? Презентация. Не презентация, а мастер-класс какой-то мясной. А это вы мне подарили? Зеркальце. Нет, это розовое, это не тебе, это к тебе. Что там еще? На, Саня, это тебе. О! Открывашка. Я вот прям открыватель буду теперь. С собой носи, молодец. Ух ты. Alright, I have a guy with me. Yeah, guy, let's go. A little bit. Little bit. Немножко русский. Немножко русский. Немножко русский. А ты крутой у нас блогер стал, да. Ну, стараемся. Что, ребятки, уже заметно похолодало, и я думаю, что мне пора бы уже переобуться, потому что в ванцах тусить уже холодно, реально. What happens when the king of Chi-Town says he feeling you now? Streetwear stores telling you they dealing your style, and you making fat tracks where them killers reside. The same killers that told you that they could kill for you now. At the top where the bottom is proud but unseen. Work this hard and I'm only allowed with one dream. And when the fans yelling, it seems like one scream when the lights shine. Вот когда будут дети, вот такое буду обувать. Короче, ботинки хотел типа Timberland'ов, но Timberland'ы, блин, 20 кэсов, ребята, это заявочка. На самом деле я все время в поисках каких-то крутых магазинов, потому что мало где можно найти крутые кроссы. Но как видите, здесь выбор огромный, поэтому кому надо, ссылку оставлю в описании. Заходите, смотрите и покупайте, и носите крутую обувь. Долго не мог определиться, смотрел между черными и желтыми, в итоге взял и те, и те. Ну ладно, погнали дальше. Что здесь происходит? Здесь гастрономический просто сумасшедшие мужчины готовят мясо, наливают вино, стоит потрясающий аромат для Prime Beef. Очень здорово. Но я так понимаю, это VIP-тусовка закрытая? Конечно, только для эксклюзивных. Это называется эксклюзивный контент, вот. Юра, вы что нарядились? Готовить будете? Да. Жарить стейк? А вы умеете? Блин, я их еще всех научу. А меня? В общем, чтобы вы понимали, это лучшее мясо вообще, которое может быть. Я сейчас съем. Дорогое, супер качественное и очень вкусное. Мне нравится бывать в таких местах. За вас. Вот они, 1,5 часа просто потрачены были. Попытка номер 2. Не-не-не, вот сюда, вот. Где ты это говоришь? Все! Шагай еще! Официальный человек стоит в воде. Шагай дальше. Считается, что получилось? Я думаю, да. Афил единственный, кто мог бы сделать. Брат, ну так, ну знаешь, типа, не то чтобы сделал, но формально как бы он по коленку был в воде, там где по шее. Знаешь, то есть... Сейчас Олег будет прыгать сверху. Я бы тоже прыгнул, но в натуре стрёмно. Чё? Ребята, наказание, которое для всех нас, ты посмотри. Не-не-не. Изи. Короче, вот. Он, Олежек, сейчас будет прыгать вот туда. Здесь 5 метров. И вот отсюда это реально кажется стремнее. Пожарим нам с тобой. Пожарим, давай. Мы сейчас будем делать салбай Сашин стайл. Сейчас все посмотрим, что делать Саша. Давай, ты помнишь твой салбай? Да. Только подожди. Илюш, ты хотел бы посмотреть салбай наш стайл? Да, давай. Поехали, Саша. У меня даже новый есть. Сань, поехали. Сделай. Вот тут надо нажать кнопочку. Сильнее. О, вошла уже там. Хватит. Останавливайте. Ребятки, вы уже поняли, где я, да, в зале, как всегда. И знаете, что помогает улучшить тренировку и разнообразить ее? интеграции разные, вот какие угодно, вплоть до ролевых игр. Кто смотрел 50 оттенков серого, поймет. Как раз ровно 50 оттенков серого. Смотрите внимательно. Они не видят всего. Немаловажный момент. Смотрите, серый? Да. Серый? Да. Серый? Да. Серая? Да. И здесь вот сейчас раз... А, я весь в сером. Да. Сером. И тут еще один момент. Мы его привяжем сейчас кое-куда. Сейчас будет развлекуха. Все, руки привязаны. Тебе хорошо? Ну, мне нравится пока. Как надо говорить, красный, да? А, красный. Не-не-не, сейчас скажу. Сейчас скажу, как это. Флюгегехаймер. Вы сказали флюгегехаймен? Да, да. Ради бога, флюгегехаймен. Забыл слово, когда уже. Выпрямляйтесь, выпрямляйтесь. И это я могу, да. Супер. Так посолил, что вообще? Чуть-чуть пересолил. Может, влюбился? Обычно так говорят. Смотрите, какой маленький повар тут есть. Привет. Тебе сколько лет? 8,5. А как тебя зовут? Артем. И что это, ты помидорки режешь? Да. Я в том, что большим вообще не явно попасть, а маленьким. Изи. Изи? Изи. А ну давай. С виду обычный кусок мяса. Ну да. Да-да. Чем мне сейчас нос упадет, как у Майкла Джексона. Бургеры тоже делают, смотрите, вот мне дали... кусочек. Сейчас быстренько проведу обзор. Котлета прям толстая. Вот если в бургерах были такие котлеты, это было бы прям круто. Правда? Да. Давай разваливайся. Стрёмно. То есть я уже перелез и опять такой, знаешь... Опять, да, сердечко стучать. Смотри, он тебя ловит. Прям два раза на то же место. Да, это просто кровоподтёк. Наша тусня подходит к концу, но поскольку я разряд не получил, а все-таки интересно, как бьет этот шокер, решил проверить. Бро, а я с удовольствием тебе помогу это сделать, проверить. Давай сюда свою ручку. Давай на счет 3. Раз. Блин! Че, больно? Ну... Все точечки остались. Я не бью. Готов? Да. А мне интересно, что будет? Блин! Я доволен. Ну блин, чувак, я готов работать тогда. Короче говоря, вот все мясо, которое, как говорят, да не мраморная у вас говядина, да врут все. А сейчас я вам покажу настоящего мраморного человека. Это совладелец компании «Заречная». Тот самый бренд Prime Beef, который мы закупаем у них. Этот человек мраморный называется Илья Ниценко. Прошу любить и жаловать. Спасибо. Ты смотрел вообще Сашин блог хоть раз? Да, очень крутой блог, очень интересный человек. И вообще у вас очень интересный бренд. Очень уважаю, очень люблю и очень смотрю и наблюдаю за вами. Молодцы. И вам успехов. И подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал и покупайте мясо компании «Заречная», Prime Beef. Я сделал, дай мне уже. Сколько мы договорились? Где бабки? Я не понял. Мы договорились. Саша это не снимает. В итоге меня нарядили, вот смотрите. Хорош парень, мне он не нравится. Все, я теперь тоже в теме. Прям даже готовить можно. Prime Beef. Я насмотрелся, и теперь я готов тоже попробовать пожарить. Под четким руководством Владислава Корпусова добавляет репани, похожие на морковку. Короче, будем жарить своего друга. Хорошее занятие между упражнениями пить пуэр. Барбарство, можно сказать. Друзья, а вы знали, что у меня день рождения в один день с Джеки Чаном? Это не шутка. Да, я на самом деле догадывался об этом. Я думал, откуда в тебе вот столько этого Джеки Чанства? Да? Между первой и второй перерывчик небольшой. Хотелось бы не просто выпить чай, а сказать какие-то торжественные слова в этот знаменательный день. Александр молодец, он сегодня тренирует спину. Да ну нафиг. В общем, не хочется быть многословным, Саня красавчик. Я еще не все сказал. Саня красавчик. Вот я уважаю. Дай мне слово сказать. Давай. Я хочу сказать всем зрителям. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И занимайтесь спортом. Не занимайтесь фигней. Это мои... Короче, погнали в тренинг. Давай. Ух. We had MC Hammer and the bitch with the seven bitches. Biggie Smalls, the millionaire, the mansion. He out the two weed spots, I hide his weed spots. I shot bread in the head, with the land spread. Little shawty got a tied to your body, so don't resist. I'm like Miss Christmas. I told guns, I'm like drums. Где-то так. I am a little bit alone with this. I'm a little bit dressed again. In candy shop, I know like a lollipop. Первый стейк в моей жизни будет, который пожарил, вот я прям лично. Чё, готовы? Погнали, сковородка готова, я готов, мясо готово. Тот самый парень, который снимает влоги. Нам было положить ровно так, потом проще. А мы сделаем сеточку, а не клеточку. Пока что еще... Не-не-не-не-не. Сеточка. Что-то сеточка у меня так получилась. Масло давай, масло наливай. Ой, прям рукой. Что ты делаешь? Убери его часов. Так, разберитесь между собой. Нормально. Кассио. Что еще? Что он дает? Аромат. Что делает? Короче, ребятки, пришел я домой после тренировки, а тут у нас гость. Он же закрывает глаза, он не хочет. Ну и что теперь? Кому наложить? Покажи, как надо. Давай еще. За маму. За доту. Это не смешно уже, поешь. В общем, да, мы пытаемся насильно покормить голубя и говорим, пока не поешь, не пойдешь гулять. У него рот похож на семку. Да. Погрыз. Он такой, отсылку оставишь на меня? Давайте в Инстаграм заведем веселый голубь. Уже я не успел приготовить свой первый кусок мяса в жизни, а уже люди ждут, чтобы попробовать. Горелых стейков мы уже попробовали. Сейчас будет нормально. Первый стейк от Саши Лимпа. Разыграю среди подписчиков. Правой рукой, наоборот. Я левша. Грамм 700, да? Неаполитан. Все сбежали сфотографировать мой стейк. Ой, это задка. Набили, планировка. Выглядит аппетитно. Теперь отдыхает. Молодец. Приглашаю на дегустацию. Почему вы не пробуете? Толсто чуть-чуть порезано. Все ждут мой. Да, поскромней. Будь поскромней. Все делаю в перчатках, зацените. Вот так вот. Чуть-чуть по... Еще. Ребята, смотрите, что у меня есть. Это уже ты много бахнул, ну ладно. Но это первый стейк в районе Саши. Я его больше оцениваю. Володь. Очень. Саня стейк пожарил. Молодец. Ну что, да, я уже попробую. Очень хорошо понравилось. С профессионалами спорить не буду, поэтому скажу, что классно. Ну как? Очень классно. Прям лучшее, что я сегодня ел. Ну что ж, друзья, на этом у меня все, но в следующем влоге уже будет видео с концерта Тимати «Поколение», и там будет просто бомба. Поэтому подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Мы с вами с каждым днем все ближе и ближе к цели, уже 81 тысяча подписчиков, и вы у меня самые лучшие. Увидимся в следующем видео. Всем пока!